Ход строительства Центра водных видов спорта в Южно-Сахалинске проверил губернатор Валерий Лимаренко. Объект олимпийского уровня возводят на улице Комсомольска рядом с городским парком. В нем юные сахалинцы смогут заниматься водным поло, синхронным плаванием и другими дисциплинами. На здании, спроектированном в виде волны, завершается монтаж фасада. Подключены инженерные сети, смонтирована вентиляция, внутри идут отделочные работы. При проектировании и строительстве учитывали пожелания спортсменов. Эксплуатирующая организация как оценивает готовность и ход работы? Прекрасный объект, очень прекрасный объект, да. Солнечный, большой. Я думаю, что это будет жемчужина на самом деле на нашей земле сахалинской. Вот. Ну и те новые виды спорта, которые мы сейчас будем культивировать на этом объекте, я думаю, что, конечно, мы будем первыми на Дальнем Востоке. Когда сойдет снег, на территории выполнят благоустройство. Сдать объект планируют в июле. Там будут работать два больших бассейна для тренировок и соревнований по водным видам спорта. Напомню, центр строят за счет инвестиций компании «Газпром».